В стране выздоровели и выписаны из больниц 59 775 пациентов, которые переболели коронавирусом. Зарегистрировано 66 846 человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели свыше 1 230 000 тестов. Такие данные приводит Минздрав. Курортные страны постепенно открывают свои границы. Туристов уже ждут Черногория, Турция и Египет. Но путешественникам советуют не расслабляться и серьезно подходить к выбору места для летнего отдыха. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимир Нестерович. Стоит обратить внимание, это рекомендации и Минздрава, и нашего Министерства иностранных дел, что всякий раз, отправляясь в путешествие за пределы Республики Беларусь, нужно внимательно следить за тем, какая там ситуация. Она меняется динамично, она меняется каждый день. И поэтому, говорят, белорусы собрались куда-то лететь, лишний раз, может быть, позвоните в посольство этой страны, узнайте, что там происходит. Зайдите в интернет лишний раз, посмотрите, что поменялось. Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. На сумму в 90 миллионов евро закупят оборудование для отделения интенсивной терапии и реанимации, оснащение для службы скорой медпомощи, 20 компьютерных томографов, средства индивидуальной защиты и лекарства, и тест-системы для диагностики инфекции.